качали борт. Это ужасно. Прибор прибьет меня, если узнает. Я управляю мафией без него всего-то с 2010-го. А нас уже забыли, и никому мы не нужны. Санаком, тебе звонят. Если это Реборн, скажи, что я умер. Синьяки. Алло, что? Правда? Договорились! Что случилось, Цунакон? Гик, наши русские товарищи, приглашают пару ребят к себе на стажировку. Посмотреть, как у них мафия процветает. И Динозан тоже зовет к себе. Это же идеально! И еще живем, еще не умираем! Пошли, дам ребятам задание! Одно небольшое путешествие. С возвращением, ребята! Как Россия? Десятый! За что? Почему Гик? А что с ними не так? Отличная русская семья. Вот, наверняка хотят узнать, как вы добрались. До конца, дослушайте. Ги-ги-ги. Ладно, потом отвечу. Но в остальном что не так? Все. Начиная от самолета. А ну куда, Ракон? Мы маленький фандом, никто не покупает больше наш мерч. Пришлось брать самые дешевые билеты. Для нас сейчас любая экономия – это победа. Компания «Победа». Нищеброд Airlines. И спонсорская реклама посреди сценки в том числе. Лучше расскажите, что вы учили. Гакудена выучил, что такое административный арест на трое суток за хулиганство. Больше ничего полезного. Так что слушай меня. Вот у нас, в Японии, до сих пор везде наличкой платить просят. А в России уже все переводами пользуются и телефоном расплачиваются. Ого, это как? Это показывать надо. Смотри. Эй, Ламбо, тупая ты корова! Кто это сказал? Он. Идет, перебил. Да пошел ты! Сейчас Хибари позвоню, он и проводит, куда тебе пойти. А да и я сам ему об этом скажу. Спасибо, Хибари-кон. Так, Ямамото, Ламбо, а чему вас научил Дина-сан? Дина-сан сказал, что убийство — это все фигня. Так что он научил нас любви. Расскажи, расскажи! Ну, тут не рассказывать, тут показывать надо. Какуда, иди сюда. Чего? Вот, Намукуру покажи. У него штаны бабрику и хохолок стоит. Как для тебя? Какуда, ты хром, замечаешь вообще? Смотри, какая красивая. Тут у него хохолок будет. Так что иди сюда. Самоги! Отсюда! Башка бейсбольная! Еще раз. Вот смотри, у Цуны есть любовь к Киоку. Хром нравится Мукуру. А Эпин любит Хибари. А вот у Ламбо... А у Ламбо всегда есть надежда. Давайте не будем ссориться и просто сыграем в мафию. Просто возьми карту. Итак, город засыпает. Просыпается мафия. И почему все открыли глаза? Ну, мы все тут мафия. Семья Ван Голове. О, Хибари, прости! Прости! Прости, прости! Прекратить! Это бесполезно! Все, никаких союзных семей! Все в Триаде, в Китай! Но китайская мафия сейчас занята. Они фестивали захватывают. Хибари разберется! Так, минутку. То есть я еду с ними? С вот этим наемным цирком? Да, приказ босса. Понятно. Эпин, давно хотел тебе сказать, что ты лучшая девочка в мире. Хибари-сан! Ну, Хибари радикально отказался, конечно. А без него вы опять фигней занимаетесь. Видимо, это конец. Мы забыты, фандом мертв. Нас не вернуть. Саски вернулся и не вернётесь. И уже сожалеет. То, что мертво, умереть не может. Вы будете жить в его анекдоте, как я. Когда же я уже кончусь? Любовь? Косплейный. Точно! Живем, ребята!
меня для вас отличная новость есть. Помните лосося? А мы ее нашли, она целая.